уже там нестабильность начнется, мы будем с месяца отдыхать. Mm. У нас один месяц в году отдых. А потом зимой опять? Да, зимой опять. А вон там тест бег, да? Ну, который в снегу? Это или нет? Который 5-10 сюда в снегу. Ну это же мы туда и едем. Да, вот туда вы едете. Это вот вы его будете рассматривать. Красиво, неимоверно. Отсюда его видно только с полета. Круто. Если будет желание покрутиться, есть как бы экстра программа, можно сделать трюки. Ну это 50 лари стоит. Ну это тоже важно. Что-то я очкую. Ну, тут я просто предлагаю как бы как вариант. Покрутиться это как вверх ногами? Нет, это как вот американские горки. Это ниже вы опускаете тогда, да? Нет, для трюков. Не, ну если захотите, сделаем, можно так сделать. Я не знаю просто, как это. А оно не так долго, как кажется все. Не так долго? Да, это штрюки там, ну, как полупадение получается, красивое. Ну, прикольно. Ну, это по желанию, я же говорю, это если вы себя чувствуете хорошо. Я себя чувствую хорошо, просто я, знаете, как эта истерия. Я не знаю, как это. Ну, тут, я не знаю, как еще сказать, нужно просто, мне кажется, пробовать что-то. Ну, похоже чем-то на американские горки. А вот так, чтобы вот, ну, оно все равно свое, то есть оно другое. Ну, понятное дело. Вот, оно как вот. Вроде бы и похоже, но посмотрим. Да. А упасть мы не можем? Нет, у нас просто хорошо. А у меня? Ну, у нас такое, мы связаны. Ну, в принципе, у вас на этих трюкачествах бывало такое, что это надо было парашюту раскрыться? Да-да?
качал? Не, нормально. Я крепкая. Хорошо. Мы на жопу садимся? Ну, я скажу, если пару шагов сделать, то на ноги получится. Если будет немножко более ветрено, то на жопу. Хорошо. Короче говоря. Как скажешь. Ну, ноги повыше. А вы говно не сесть. Отлично. Как посадка? Вообще, бомба-ракета. Поздравления. Нам очень понравилось. Мы очень довольны. Хорошо. Ну, в следующий раз можно это и больше адреналина. Даже мало, да, еще. Ну, лучше чуть-чуть меньше, чем когда уже плохо укачивает.